ветер дует в Ялте. Тепло на улице. Ну, ветер. Улица Гоголя. Что там с рекой смотреть? Нормально все. Воды мало. Плюс 17 написано. Плюс 17. Столовая. На Гоголя. Смотрите, лавочка какая козырная. Школа, как Ливадинский дворец, так симпатично смотрится. Колонны такие беленькие. Зачетная школа. Зачетная. Вот, смотрите, какие колонны. Красота. И только. Время час, люди сидят, удивительно, на набережной. Он купается, пошла переодеваться, он второй пошел купаться с ластами. Попробую порыбачить, мало ли. Может, поймаю. Глупые вопросы. Вернее, не вопросы, глупые комментарии пишут. Вот, смотрите, видите, здесь сухо. Я вчера вот здесь вот залез, вот здесь. Вот. И пошел вот так. А здесь уже, смотрите, слизь какая. Хотел вот так пойти туда. Вот сырган, а поймал чел. Пошел и меня вот так вот, вот так вот. А смотрите, камни там какие. Смотрите. Я не знаю, как я ничего только не как я только ничего не переломал. Я как-то умудрился прыгнуть на камень, а с камня туда, а там на дне еще камни, короче. Это ведь тут просто-напросто можно разбиться башкой об камень и все. Чуть рыбаков нету, но не туда, дальше он человек 7 там. Ветер прохладный, прям такой зимний. Бейсболку не одел, лысина мерзнет.
Смотрите, красота какая на небе. А чайка вон там, вообще чайка высоко-высоко. Смотрите, какая красота. Сарган любит солнышко, я так понял. Эта тучка немножко встала, не дает солнцу пробиться. Ветер немного стих. Ну прям ледяной ветерочек такой был. Радуга появилась, все там. Смотри. Ага. На слияние трех гор. Облака потихонечку плывут. На креветку идет отлично. Я вот думаю, завтра куда стартануть. Сарган. На машине? Да, автобусы ходят. Тоже вариант. 20 минут седьмого идет автобус. Куда-то на этот пирс выйти-то постоять. Ну, давай снизу. Все. Ушел я с моря. Нарыбачился, замерз, как суслик. Ветер холодный был. Голова замерзла, надо было бейсболку одеть. Я думал, как вчера будет жара. Одну ставриду поймал такую крупненькую. И все. Рядом мужик стоял. Ну, наверное, штук 10. 12, может, сарганов поймал. Две кефальки. Ну, у него удочка, во-первых, нормальная. И это на червя морского. А я так чисто по-колхозному. Я вообще на пилькер пришел рыбачить. Ну, на него не шло сегодня. Но я переделал барбарду. И это на курицу. Сарган тоже на курицу клюет. Режешь такую узенькую полосочку, на крючочек одеваешь. Ничего страшного. Шнур куплю вместо лески. Пилькера, этот червяка надо купить морского. Улица Володарского. Вот как здесь прохожу, вспоминаю 86-й год. А здесь вот парикмахерская была в 86-м году. И вот эти ворота, они до сих пор остались. В институт Сеченова через эти ворота мы заходили. Да. Все так интересно было. Сейчас как будто... Раньше, короче, Ялтал мне больше нравился, чем сейчас. Да что за фигня? То ли молодой был, мем, поэтому такие в голове эти загоны. Темнеет быстро. Быстро темнеет. Вот мы и пришли. Здесь базарчик вот небольшой. Это улица Володарского. Вот. Улица Гоголя. Да если на постоянку бы клювало бы, я себе и спиннинг нормально взял бы и все. Ну просто. Хотя у меня есть лайт спиннинг маленький. Шнур осталось купить, червяк.
Вот Пушкинская. Я этот спиннинг взял. Почему? Потому что я вот его сложил и в пакете, видите, несу. А тут только вдвое складывается. Люди же здесь не умеют ходить. Сколько раз натыкались на мою удочку здесь. Говядина, баранина, мясо, птица. Открытие 7-го. Так, а что, мясные позакрывались уже, что ли? Я, как всегда, прихожу не вовремя. Мясорубка. Здрасте. Здрасте. Закрыто уже, да? Да нет. Открыто? Заходим с фонариком. Блин, рыболовный закрыт. Ну что ж такое, а? Чего ж так рано закрывают? Мясорубка открыта, но костей нет борщевых для собак. Думаю, что у них тут так темно? У них света нету минут 40 уже на базаре. Ладненько, всем пока. Всем покедово. Поеду домой. Рыжик либо дома уже, либо...